Hi guys, and welcome to today's video. We have a fan cam video of Kairat Tuntekov today, so it was recommended to me as always. Привет, дорогие друзья, привет из Израиля. Очень приятно, что вы зашли на мой канал, на это видео. Сегодня у нас очередное видео Кайрата, любительское видео. Я вижу по первому фрейму, написано Кайрат Тунтеков поет зарубежные песни Ocean Drive, Firestone cover. Я должен признаться, я не знаю, это название песни Ocean Drive или Firestone. Клип 6, почти 7 минут, так может быть это, да, две песни. По-любому мы все посмотрим и проверим. Я не ожидаю, что тут будет слишком хорошее качество, но мы все это посмотрим. Перед тем, как мы начнем, пожалуйста, заходите на мой другой канал. Небольшая реклама другого канала, где я разговариваю о здоровом образе жизни. Примерно в таком же стиле и в таком же духе натуральном, как я и тут разговариваю. Последние несколько лет, 6-7 лет, я выучил очень много про здоровый образ жизни. Как беречь свое тело, чем питаться, как тренироваться, как голодать, извиняюсь, не голодать, а держать пост. Как нам заботиться о нашей мысли, мозгу и чувства, и как оно все связано так, чтобы быть ментально сильным, и также наши отношения с другими людьми и с другой, и с нашей средой, чтобы улучшить свою жизнь и оптимизировать ее. Так что, если вам интересно, заходите и подписывайтесь тоже. Постепенно все будем обсуждать. Поехали! Кайрат уже тут, по-моему, состоит. Я тоже пою. Ready for a day. А, окей, такая связка. Неплохо. Perfect changing in the night. Here we are, come together. To the world we'll testify. My heart's alive. Firestorm, make this try. Feel the love. Хорошо получается. Тут он мне не кажется пьян. Классно с таким парнем на караоке ходить.
mentor and promo. You said keeping business on the low, low. I'm just trying to get your friend as friends on. Guess you're looking even better as no toe. I can find an harvest and a friend for. Trying to get you better rental. Looks like you're in deep in some of friends home. Я не узнаю песню и... You've been trying to ask me friend of friends no. I only cast me that I'm bad. Слышал что-то в аудио, что-то не то, я не знаю что. Съемка, конечно, профессиональная. Я еще думаю, что песни Принца ему будут подходить очень хорошо под его голос. Интересно такие видео смотреть, типа неофициальные, которые можно узнать немножко, анализировать лучше язык тела, выражение. Короче, поет везде и все. No, we don't know, don't find it, find it for. Sister Madness is amazing. You don't know, but it's even in the status, stand as low. Cause I can see you move like you know. Something inside you makes your need go. And it should go, this will stay fine. All day and I think about what you can do. Don't know why I've got to lose the. Никогда не видел такого языка тела. Это все же тоже дресс-товар. По-моему, одет он по-другому. Выступает классно. Тонко, чисто, классно. Очень хорошо. Значит, тяжело, тут было очень много роликов, но, как я сказал, классно иногда смотреть такие непрофессиональные видео, но зато намного более натуральный, не сыгранный. Я не знаю, знал он, не знал, что его фотографируют, но парень любит петь, это видно. И когда он собирается, понятно, что в такой атмосфере как бы собраться не всегда нужно или можно, но когда он собирается, и больше всего вот в последний, его энергии как бы были на очень высоком относительно ему уровне. И еще песня, по-моему, «Hello» Аделя, он там тоже выложился классно, и вокальными
чисто вокально, не из их тела, он был в хорошем, в хорошей зоне выбежало опять слово с моей головы. Иногда, кстати, когда я разговариваю на русском, проблема не понимание слов, а как быстро и как хорошо я умею их вытаскивать со своей головы. Иногда оно у меня есть на английском и на иврите, на моем языке, конечно, но я ее не могу найти на русском, это слово. Так что так получается иногда, потому что я не хочу прерывать и потом обрезать видео, так мне приходится обходить эти слова, из-за этого я иногда вместо того, чтобы сказать ясное, понятное слово на русском, вот так вот себя нахожу, немножко огибаю, и так оно получается. Так что я извиняюсь за это. Кайрат, молодец, я не знаю, вы мне уже сказали, это третья песня, что я смотрю, от Кайрата. Что с ним сейчас происходит? Он, не знаю, поет, профессионал, любитель. Вы сказали, что он как-то не получилось у него пробраться в шоу-бизнес, но я не знаю почему. Многие обвиняют его, что это из-за него, я не уверен. Но все может быть. Так что пишите, что вы думаете. Понравилось его видео тут, какое лучше понравилось. И будем сравнивать наше мнение. Yeah, guys, so I will shortly repeat myself in English because it is an English show. So we have seen a lot of diversity from Kayrat here. I don't know if you like it or not, but usually in this homemade or should I say like fan cam videos, of course the quality is not there, but you can sometimes see the more natural body language expressions, you know, intensity. This guy is clearly has the love for singing. This is more of a karaoke style for him, but he sound great, you know, even with that kind of equipment. Not in all his songs, but I actually thought that the last song was the most intense in terms of body language, and also there was this Hello from Adele, I think. Maybe I'm mixing the name, but I think it was that one, and he showed actually great intensity there. This is the third song that I see from Kayrat, and I had not problems, but a little bit of critique about his intensity and stage presence. So something that maybe he lacks, don't have, but here in two occasions I saw him practicing very, very good in terms of just exactly this, you know, stage energy and intensity in his singing. So maybe he has it, just chose not to show it, or I don't know, had different interpretation. I honestly don't know. He's not made that leap to being a professional and well known, even in Kazakhstan, apparently. And I just ask in Russian, you know, why? What is the reason? Is he has some kind of political problems? I don't know. Don't have anyone like promoting him. Everything is can be, but you also, you know, you can beat it, in my opinion, in now times, with persistency, with platforms like YouTube. If he would have the channel that he would just post and post and post, he could gain with people, you know, like us, he can gain this popularity that may and could translate to collaborations and bigger, you know, stages. You are not a slave in the modern times to that. You have alternatives, let's say it like that, even if he had something like bad, you know, coming out of it. So yeah, guys, thank you. Hope to see you all in the next video. Haven't done so yet, please subscribe, hit the bell, and see you in the next video. Bye.